Доброе утро! Программа «Жанна Кун» продолжается. Да, и пришло время для нашего утреннего гостя сегодня. Это солистка группы «Домино» Шолпан Бейсенова. Сейчас мы с ней увидимся и пожелаем доброе утро. Доброе утро, Шолпан! Доброе утро! Первый вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Как ты встречаешь свое каждое утро? Как оно начинается? Утро начинается с того, что я как минимум полчаса лежу в постели, подтягиваюсь, настраиваюсь на то, что нужно проснуться, что нужно вставать, что есть дела. Но потом это, возможно, по настроению небольшая зарядочка, но это очень редко бывает. Я просто смотрела недавно телепередачу одну, и на самом деле всем известно, что утренняя зарядка – это супер, это здорово. И вот у меня хватает максимум на неделю, потом я себе беру перерывчик, небольшой перерывчик, а потом начинаю снова. Ну и потом на кухню за чашечку кофе позавтракать и по делам. А есть какой-то, может быть, специальный завтрак здоровый, который ты готовишь специально для себя, и сейчас поделишься этим секретом с нашими зрителями? Но у меня моя свекровь любит каши по утрам очень, как бы многие. Ты готовишь или она тебе? Я готовлю. Я дома такая правильная Келин, поэтому дома делаю все я. И, ну, муж у меня каши так не любит, он любит, он может с утречка у меня беж покушать, поэтому свекрови я с утра готовлю кашки всякие разные, ну, и сама могу с ними перекусить. Ну, вот знаешь, недавно у нас были в гостях ребята из группы «Ринго», и они сказали, что в силу специфики работы, да, там очень часто поздние выступления и так далее, встают они, собственно, к обеду, и потом только начинается их день. А как у тебя? Ну, я понимаю, что, что у тебя утро, оно на самом деле утро. На самом деле я тоже очень нехорошая Соня, но я себе, так ударив по столу, сказала, все, Шолпа, хватит спать, просыпайся пораньше. И вот, можно сказать, месяца, наверное, 3-4 я прям как правильная девушка, встаю в 9 утра, стараюсь. А так, ну, в выходные, когда мы с друзьями где-то там погулять, выйти в гости, то, естественно, я могу и до часу поспать, и до двух бывает, не скрываю. Ну, а так я себе как бы... Да, такое правило, такой. Да, у меня такое правило, что надо вставать рано. Итак, вот. В группе «Домино» недавно у вас произошла смена состава. Расскажи в деталях, кто теперь на каких позициях да. И к чему это приведет в творческом смысле. На самом деле, да, наверное, все видят, что он состав в «Домино» без конца скачет. Но по поводу парня нашего третьего в группе. Вначале это был Антон. По каким причинам он ушел с проекта. На место него пришел Даурен Байназаров, наш друг, композитор наших песен. Он потом вскоре женился, и вот он тоже покинул наш коллектив. Жена запретила. На самом деле не вдавались в подробности, не знаю. Это шутка, Даурен. Да, Даурен такое услышал. И теперь у нас в коллективе новенький парень, зовут его Ахмед Алиев. Он снялся в нашем клипе, если кто видел, это для тебя. Угу. Так сейчас... вам понравился, что... Да, он на самом деле очень такой талантливый парень, очень хорошо танцует, поет, читает. То есть все в нем есть, и внешность, и актерские данные. То есть... А из-за смены состава поменяется как-то направление вашей группы? Или также Даурен дальше будет писать вам песни? Даурен, возможно, будет писать, но мы сейчас хотим немножко поменять наш, как сказать, стиль. И... Парни, они больше будут, если Зака раньше у нас Закир, он сразу только читал, то теперь он хочет еще и петь. А Ахмед, как бы он... Теперь я бы не сказала, что он... Лично со мной, да. Как парни этот... Шутили надо мной, говорят, Шолпа, теперь казахский партии пою я, ты читаешь рэп, а Ахмед будет петь на русском. Ну, это все шутки, на самом деле, но давайте я не буду раскрывать все тайны. Хорошо. На самом деле есть задуманные кое-какие сюрпризы. И когда же мы их увидим? В скором будущем. Вот-вот. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях солистка группы «Домино» Шолпан Бейсенова. Мы продолжим нашу с ней утреннюю беседу сразу после следующего материала наших утренних корреспондентов. Жанна Кун на телеканале «Хабар» продолжается. И сегодняшняя наша утренняя гостья Шолпан Бейсенова, солистка группы «Домино». Доброе утро еще раз. Здравствуйте. Шолпан, расскажи, пожалуйста, что ждет ваших поклонников в 2014 году? Какие вы придумали, может быть, фишки? Будете ли вы снимать клипы? Все это будет, даст Бог. Но сейчас у нас на лето планируется очень много выступлений, турне очень большое. И я думаю, что летом мы постараемся удивить летом, но если не успеем, то это будет ближе к осени. Вот, мы хотим снять очень интересный, очень такой сюжетный видеоклип. Песню мы сейчас выбираем, на которую будет сниматься видео. А так очень много будет песен, на сцене мы очень много сейчас, как бы, Закир за то, чтобы какое-то шоу поставить на сцене. Конечно. Вот. И в последний раз, если вы видели, мы выступали на
премия, да, Алтын Корт. И у нас там было такое небольшое театрализованное выступление, то есть было очень много танцоров, мы заполнили всю сцену. Если мы раньше были только втроем на сцене, то сейчас мы стараемся какими-то танцами заполнить номер или что-то еще там. И вот на этом последнем выступлении вот именно нас поддержали танцоры очень-очень много. И вот от мала до велика, там был ребеночек, ему было то ли 6, то ли 7, самый маленький, ну и постарше были. И вот так вот, и мы как бы стараемся. Опан, а еще вот вопрос. Перед тем, как ты пришла к нам в гости, мы с Сериком спорили, сколько лет вашему коллективу? Да. Нашему коллективу мы в 2005-м мы образовались, в 2015-м. 9. Отсюда 9 вывод, в 2015 году будет 10 лет. Да. Вы уже, я вот как раз, круглая, да, ты об этом, да? Будет что-то готовиться, не знаю, там какая-то специальная юбилейная программа. Да. Потому что я так понимаю, что об этом нужно думать уже сейчас. Да, конечно. Сейчас ведутся переговоры по поводу нашего десятилетия, и мы хотим дать сольный концерт. Естественно, возможно, с гостями с России, там, ну, не знаю, как это было вот на нашем концерте, когда мы давали на центральном стадионе. Был Тимати, Легалайз, Метисы были, Пилигрим, да. И вот что-то такое хотим мы в 2015-м тоже организовать. И тоже на центральном стадионе города Алматы? Возможно, нет, но... Нет, на самом деле это было кайф на стадионе. Я думаю, что это мы, кстати, одна первая казахстанская группа, которые дали свой сольный концерт именно на стадионе. Потому что заполнить стадион очень сложно. Да, заполнить, и потом там очень много нюансов. Я думаю, что время покажет. Ну, стадион, наверное, уже вряд ли. На самом деле это тяжеловато. Ну, у меня есть хорошее предложение тебе и вашим продюсерам, чтобы вы придумали какую-то интересную программу и проехались с ней по городам нашей страны. Я думаю, поклонники по всем городам Казахстана будут рады вас видеть. Да, супер. Мы так точно так и сделаем, как вы Ройл, сказали. Я не буду просить за идею. Шолпан, ну что ж, наша беседа подходит к завершению, и наша традиция в завершении беседы – это пожелания и, может быть, парочка каких-то полезных утренних советов для наших телезрителей. Страна, обращаюсь к вам, просыпайтесь пораньше, не спите, как я, долго, не будьте сонями, смотрите программу «Жаңа күн». Я была очень рада сегодня побывать здесь у вас в студии. Желаю вам побольше преданных зрителей. Ну и больших-больших рейтингов. Спасибо большое. И вам, преданных поклонников. Сегодня в гостях нашей утренней студии была солистка группы «Домино» Шолпан Бейсенова. Шолпан, хорошего дня. Спасибо большое.